что же, вот вернулся я через год. Мой кедр замечательно себя чувствует. Единственная проблема на Ладоге – нет земли. Поэтому я ему привез вот немножечко земли, сейчас подсыплю, чтобы он хорошо себя чувствовал, ни в чем не нуждался. Ну, начнем. Нелегкий труд. Выращивание кедров на Ладоге. Долгий процесс выращивания кедров. А расскажи теперь, чем отличается кедр от сосны-то, потому что никто не знает. Кедра? Да. Как отличить кедр от длинноколючковой сосны? У кедра 5 колючек из одной точки вырастает, а у сосны только 2. Поэтому он такой вот красивенький, пушистый. Много камней тут очень. Земли мало. Каждый узел раз, два, наверное, три, четыре, пятый год. Пятый год уже? Ну, самому дереву. Ой, да. Обалдеть. Да. Пятый год ему уже, да? Да. 5 лет растет и радует глаз рыбаков. И прочих их друзей. О, какие тут булыжники. Как? Да? Выкапывать. О, какие камни позвали. Доставать. Из глубины, так сказать. Происхождение слова кирка. От слова кирпич. Даже не знаю. Шутка. Ты спрашивал, кто камни раскидал. Наверное, я их выкопал в прошлом году. О, какие камни извлекаем на свет. Можно организовать добычу. Каковы суровые условия произрастания кедров в условиях Северной Ладоги? Вот здесь очень большой камушек. Ты расскажи смотрителям. Смотрителям расскажи, что вообще трудно жить здесь, в сосне даже трудно жить, потому что очень слой-то каменистый, и поэтому корневая система, как правило, у сосны, она не глубоко распространяется, а только по поверхности, и поэтому во время ветров ладожских сосны падают, их очень много. Их валит. Сосны, да. Даже вон березки. А кедр тем более, кедр это мощное дерево, оно большое, ему нужно. Но мы проводим эксперимент. Да, поэтому мы вот здесь. Юные мичуринцы, ленинцы, мичуринцы. Ну что? А еще у нас один, кто у нас? Мы же любим этого человека. Помнишь, его звали, как же его звали, который с Вавилом-то все боролся. Настоящий, Лысенко, народный. Лысенко, да, мы лысенковцы, мы это юные лысенковцы, да. Ну что, готово наш канал? Да. Вот так. Замечательная огородная земля будет служить питанием нашему маленькому кедру. Потом он вырастет. И скажет спасибо. Я на него залезу. Складывай камешки. Так. Оп. И чтобы никто не догадался. И чтоб никто не догадался, что это песня о тебе. Что это песня о тебе. Вот
Мох еще жив с того года. В каком возрасте кедр начинает плодоносить? Ну вот это вот я даже не знаю. Это надо изучать. Надо спросить у специалистов. У наших сибирских друзей. Да, по 5 штучек из каждой вот растет, видишь. А если сосну к кедру привить, что получится? Сосна кедр будет. Кедрасос. Кедрасос. Ну, наверное, все. Все? Ну вот, все, молодец. Ручкой помаши, присядь, помаши ручкой. И до встречи ему скажи. Пока, кедр. До встречи. До встречи в будущем. Все, все, окей.